правда, я прям уверен, что прям френи-лайк карта, так сказать. Так, подъемы, тут парс сделает 64, а вот так парс летит. Ой, хорошо, ой, хорошо. Что, прыжок зачем-то сделал... лишний сделал? Ну, ой. Потерялся. Тут он что-то прямо вот в этом месте теряется, вырезается. Так, ну, нет, видимо, будет. Должен комплект быть. Да. О-о-о, да. Ну. Подожди, а почему бустер не бустит? О, нет. Ну, не знаю, у меня все работало, я хз. Карта, видимо, не хочет работать. Тут, возможно, нужно было проверять на двоих, типа игроков, что ли, играть. Хз. Да. Ну да, ой, хз. Тогда, я не знаю, я сделал все, что мог. Я ухожу. Я сделал все, что мог. Невозможно. Проклятая баба, сказать. Да. Она прикольная, как бы, но печально, что она сломанная. Мне вот как бы карта нравится очень. Ну, кстати, а парс уже хит... Да, парс уже хитает. Парс момент. Вау, ладно. Это просто гениально. Я не знаю. Это человек, это легенда. Это просто невозможно. Не специально. Понятное дело, что не специально. Вот это, кстати, дурацкая привычка рестартить прямо при финише. У меня тоже иногда бывает. Как будто, ну, потеряешь ты секунду лишнюю, но ничего страшного. Да. Сейчас он потерял комплит, он потерял... Ой, я не представляю, как можно играть с такими, но... такой тряской. Тем не менее, ему я удивлен, как он с такой тряской вот такие моменты делает. Я бы на его месте здесь плюс один делал, и все. И не пил все. Вот он долетел. Долетает. Долетел. Тут надо уже комплиты, даже если будет фейл. Да, 100%. Все, он уже не по руту своему пошел. Тебе рекавер. Ух. Сложно. Нормально. Ну, ту лошади в начале вот первые трои хорошо получилось, дальше как-то тяжеловато. На подъемчике уже идет, Янки встал в АПК по какой-то причине. Так, смотрим очередной раз. Блин, он задевает. О, ну, но смотри-ка, это... сейвится. Он очень хорошо засейвился. Да. Он прям вот как будто бы готов был к этому. Я вот сейчас не ожидал. Да. Хорош. Это очень сильно было, мне понравилось. Да, я прям не ожидал. То, что он засейвится так. Это опыт, не знаю, или там. Это спинномозговая механика подсказала. Потому что он так точно еще фликанул, скорость фул не потерял. Ага. Это очень сильно. Забавно, что он на самом скипе задевает стенку, но зато засейвился вообще об какой-то пиксель там. Да. На всякий Дим вроде ставил редко. А лошадь реально прыгал не мимо песню, а под аниме просто, я понял, вопросов не имею. О, в смысле? У него параллельно аниме было какое-то запущено? Да, он сказал для меня. Может, это какая-то его стратка специальная с борьбы с этим, с нервами? Ой. А почему? Кто-то... Что? Вылет произошел. Там немножко у них иначе, не знаю. Да не сказал бы, не знаю, ладеры не особо отличаются. Как будто. Да? Ну, тогда не знаю. Но это ладер тоже, ладер тоже отдельный скилл, как бы, не да. Все прям. Так, а Нюшири опять в очередной раз без какого-то потенциала почему-то комплитит. А, смотри-ка. Как без потенциала? Вопросы? 4000-ных вопросов нет, все, понял. Вопросов не имею. Да, он это все по плану. А что, если реально Аюми поставит рекорд, и вот этот рекорд зарешает? Как раз на тысячных там, типа, не хватит ему. Да, как будто маловероятно. Так, ну, смотрим Аюми. У Аюми проблемы.
У него, так, ну тут как будто бы, слушай-ка, ну он может, смотри-ка, Велта, а, он перебивает, смотри-ка. Ай-яй-яй. А-а-а! Что? Подожди, так если чего, у них разница была бы сейчас 4 тысячных, а так у них сейчас 8 тысячных разница. Я не верю в это. А что, это запись или что, мужики? По-моему, это запись ебаная. Это запись ебаная. Это она самая. Ё-моё! Я первый раз такое вижу. Кстати, Аюми, давай тут это. Тут да, Аюми, смотри, ран, или, это, как это будто бы ультает. Фейлить типа нельзя. Все, это ласт нельзя, трай. Нельзя. Пожалуйста, я хочу третью карту посмотреть. Это оно? Да, идет, летит уверенно тут. Давай, давай. Прям нужно на Верочку. Ой, я так боюсь, чтобы не зафейлил. А, все. Бля. Насколько обидно, насколько это... Разница, да, 8 тысячных, ребят. Бля. Не, это жесть. Как же... Ладно. У меня просто нет слов почему, не знаю почему. Я в шоке, блин. Удачи, да, чего только не видишь на турике, блин. Поздравляю с баллами, остальным соболезную. А что там с кайфами были на ставках? 600 баллов за Нюшири и 90к за Аюми. Но шансы у него есть. Конечно, конечно. Прямо нога в ногу, что на карте, что на этой. Хоть Литова это не хитанул, видно по таймдифу, что... Ну, прямо одинаково, считай. У кого-то какие-то парты лучше, но все же. Пиксель, ты всегда, когда говоришь про хит, люди фейлят. Анлайки, что сказать. Не фейлите. Каркуша. Да, Little White, видимо, здесь... О, а смотри-ка, уже все идет, минус-минус. А сейчас он уже все. Вот этот слоп. А он хорошо его делает, все. Он хорошо его делает. У него... Не знаю, у него какой-то очень... Ой-ой-ой. Больше... Он перебивает. Он бьет. Он и рекорд ставит мировой. Это мировой рекорд. Это мировой рекордик. А Юми уже в усетке отдыхает. 2-0, кстати. Я вообще удивился. На. Там, да. Летает, он не темная лошадка, он, типа, достаточно сильный игрок, просто о нем мало кто что знает, потому что он не особо, там, в комьюнити не особо что-то, он просто играет сам по себе. Да. Поэтому, да. То есть все знают, что он, типа, сильный хоппер, там, может, как раннер не самый, типа, на ВР, а просто, как бы, хоппер очень сильный. Я сейчас что подумал, тут знаешь, какая ситуация забавная? Тут вот слоуп последний, который небольшой, он очень напоминает мне слоуп с 111 XP, который Плар там постоянно ловил. Нет ли тут проблем с этим? Ой, а Юми-то идет минус секунду уже. Little White летит. А это как ой, Little White. Так это оно. Все оно. 47. Да, не знаю, не уверен, если у Плара сейчас лучше. Нет, у него рута лучше. Я вот смотрю, у него плюс 0.8, никак, как будто. ГГ пишет. Да, ну тут старут хитанули два, ну два своих рута хитанули. Так, Плар что, ливнул, да? Ну, ГГ, так, а что, у него рута нет лучше там. Я могу еще найти, сейчас я скажу, если там интересно. Так, что там у нас пикает? И Little White кидает. Что? Че? Сотку баксов кидает Little White? Это лаки. Нет, это лаки. А, подожди, какой ты перепутал? Сори, лаки. Little лаки. Блин, лаки. 100 баксов? 100 баксов это сколько по текущему курсу вообще? Ну это 10к там с минус. 90 с чем-то. Ой, 9 чем-то, блядь. Вау.
Ура. Да. Так, а Дрей пикнул Fly Hell. Меня вот это удивило, честно говоря. Ничего себе. Ну, наверное, он против пара заипнул просто, типа. Слушай, умом, возможно, реально. Да, да. Как будто мог, умом. Просто реально умом будет победа. Угу. Я не уверен просто, что после ее хорошо пракал. Я тоже. Ну, короче, что из пятищета я могу сказать? У Парза как будто она не запракана абсолютно, поэтому Дрей просто умом выиграл. Да, умом реально. Ну, это вот реально умом. Парз попался на очередную Астару, короче. Да. Дрей хорош, он реально, как бы, да, подготовил карту. Он, возможно, прям сразу же предполагал, что против Парза сегодня попадется, и карточку подготовил эту. Да, да. Красавец, красавец. Угу. Да. Ну чё, одного сильного игрока потеряли. Ну вообще двух, да. Потому что Флавса мы тоже потеряли. Да, жалко, конечно, жалко. Но Дрей как бы умом выиграл, мне кажется. Пикнул умом. Эту карту Decider подготовил явно лучше, чем Парс. Видимо, готовился лучше. Заслуженно, в принципе, всё. Дрей красавчик. World. Напоминаю, что первый голос у нас сейчас определяется всегда просто рандомом. А я могу же болеть субъективно или конечно. Не могу? Да, конечно, можешь. Я просто как этот аутсайдер со стороны. Я еще не за Юми болел, нормально было, ничего. Понял. Ну давай там Никитос. Навали, так сказать. Ну тут, прикинь, лошадь, раннер, стример, кто там еще проиграет мапперу. Позор как будто, да. Ну, как бы да. Ну вот я думаю, что он из-за этого может просто переживать сейчас лишний раз. Так-то если он спокоен будет, он изи забирает. Я видел, как World Spawn на этом турике играет, но у него руты явно хуже, чем у лошадки. Ну хуже, этому он и хитает, что. Да. Мапперу под пивасу. Ведь, кстати, пиво. Вот под этот матч как будто надо уже расчехлять. Ладно. Так, ну Никита, это что-то вообще ненормально. Он на одном уровне с юзернеймом был в Роблоксе на серфе. Вот написали вот такую вот информацию. Да-да-да, я тоже в курсе, что Майнерс прям серфер достойный был. Ворспава, ну давай ка делаешь. Ой! Ой-ой-ой! Ой! Ай, ну тут, блин, хочется на минус один, да, пойти как будто там? Ну, как будто... А лошадка что, ультует? Подожди. А World Spawn? А лошадь? Еп! А не, ГГ. Нет! Да ну нах. Лошадка ультанул сейчас в самый последний момент. Да. Можно перерыв. Ладно, можно. Тут... Три мин я ему написал. Да, три мин. Реплей пока. Нужно срочно покурить. Наверное, здесь 3 минуты ему хватит. Да хватит. Он сейчас там сигарету скурит, но на секунду. Я ж пиво не взял в итоге. Пойду за сценарий. Победу лошади на этой карте. Ребят, такой ебанутый сценарий я бы не придумал, сори. Минус сердце у нас... просто, чувак. Да? Блин, как вчера Аюми ультанул против лошадки, так и сегодня лошадка, видимо, переняла эти стратки и решил ультовать тоже против игроков. Жесть, блин, я сам что-то аж распереживался. И как будто сейчас просто на месте лошадки играл. Да. Это вот самое крутое, когда ультует для контентика вообще. Фух! Сегодня столько близкие матчи, что просто передать невозможно. Типа настолько близко. Да. Я не знаю. Ну сейчас не надо так глупо падать, как он упал тогда, потому что там реально падение. Я тут дальше фейлить негде просто. Все, тут уже легко. Угу. Да? Да, вижу. Ой. Сейчас вот надо будет... вот тут зафейлить. Ай! Какой. Ну все, видимо, все. Да. Хорошо. Переживает очень. Он проиграл! Он успел! Он успел рестартнуть. Ладно, я не буду ничего писать, похуй, и все. Все, да, молчим. Все, молчим, минута молчания. Га-га. Бля, ну как так-то, ёп. Так, Стефазов,
Я в тебя верю, братик. Давай, ты меня не подведи, я знаю. Ты... Прикинь, лошадь, раннер, стример, кто там еще проиграет мапперу. Позор как будто, да. Вау. Да. Ой. Проиграл из-за своих нервов, получается. Что еще хорошего, ты скажешь? Так, это что такое, а? Реально забыл. Реально забыл. Не, Распавн хорош. Вопрос, ну, терапин, не знаю, как будто у Распавна нет шансов. Посмотрим. Потому что у лошади ВР, если он там себя не подвигнет... Ну, у лошадки на гапе ВР был через 20 минут после того, как он гап проиграл. Ну, как будто вот сейчас он немножко увереннее выглядит, да, чем да. До этого. Посмотрим. Который, их не ебашит никто. Лошадка пишет, что побил терапин. Хорош лошадь, ну вообще классно. Может мы на турике Fury 2 сыграем, чтобы ты потом после турика побил сразу его или как? Тоже непонятно. Баджес можно еще тоже поиграть. Мне кажется, это нормально работает. Это просто пиздец. Чел лузает и идет ВР ставить просто. Это что, все, что надо бухапе знать, ну так. Ай. Жалко за ВР, ну как бы, на турик не возвращаешься. Поставить камбэк, да, за 30 минут и вернуться как-то. Так, Скай выглядит хорошо. На этой карте есть секретность, но его никто не делает. Жалко. Так, Плару прям какой-то на челе летит, как будто бы вообще прям очень хорошо. Ну что ему? Оп, еб бы делается. О, вот он скип. Хуярит тут скип. Тут он, видимо, просто, чтобы это, комфортнее, видимо, ему. Ну да. Это по руту. Прыжкам. На самом деле, я бы, конечно, посмотрел, это рут в этом плане. Типа, как будто можно там немножко... Ой, ни хрена он тут что делает, ё-моё. Да. Ну, как же он уверенно смотрится, вот это правда. О, очень, да, хорошо, очень хорошо. Плар прям удивляет. Там ракета взорвал просто, и все. А это он еще даже не взорвал. Сколько? ТСЖВР... А, ну не побил, да, не побил. Не, не побил. 1.0.6 ТСЖВР, лошадь поставил. Да, Плар, конечно, да. Лошадь поставил, смешно звучит. Поиграл, кстати, попробовал. Но да, я видел. Поиграешь. Мне Плар закидывал видос. А Скай это, кстати, летит уверенно. Не-не, я видел. Смотрите. Я видел Янки. Скай уже на комплит летит. Он реально ни хрена себе. Ём. Очень мощные руки. Ну, тайм не... Там не помню, сколько... У Плара лучше тайм был, но Скай выдал тайм сразу же. Прям, ну, офигеть где-то. Как же опасно сейчас Плар прыгал, просто нереально. Да нет. Так, смотри, Плар уже минус секунды летит, он уже где-то импрув нашел. Ну, в итоге да, летит тоже. Тоже уверенно. Оба игрока прямо уверенно карту играют. Не то чтобы такая... Начало такое неприятное, а в целом это несложное. Ну все, 48-2 ставит уже. Минус прыжок нашел, ну как, сделал минус прыжок просто. Сейчас узнаем, как там у Скай дела апту. Фишка в том, что сейчас есть внешняя вот эта программа автохатке. Да, понятное дело, тут я знаю, некоторые люди злоупотребляют этим, даже не то, что... А! О! Скай перебивает! Что? Уже есть время на Плару. Я просто за Пларом смотрел все это время, я даже не... Я тоже, я вообще... Прям выстрел какой-то был. Почему у нас такие близкие матчи вот в таких вот картах, я не знаю, именно прям тайм в тайм почти что. Я очень рад. Плар может перебить, понимаешь? Да, Плар может пытается.